участвуют в этой акции. Мы в Кабардино-Балкарской республике в этом году еще помимо этой акции будем высаживать порядка 318 тысяч саженцев. Видя сегодняшнее мероприятие, мы не сомневаемся, что только силами не только наших подведомственных учреждений, лесного хозяйства, Министерства природных ресурсов, но и общественными организациями, экологическими, просто жителями нашей республики. Я благодарен всем в сегодняшний день так прийти поддержать эту акцию. Это великое дело. Поэтому вы видите прекрасно, сколько молодых людей пришли сегодня поддержать. И пожилых людей. То есть мы совместно, нам удастся много. А какие деревья сажаете? Клен, липа, ясень. А учитывались ли вот особенности, да, климатические? Конечно, это учитываются все климатические особенности нашего региона. В первую очередь это учитывается. И вот здесь называется он Парк Победы. Ну вот, допустим, нет каких-то там места, где пройти там и так далее. Вот благоустроить Парк Победы есть? Это планируется в дальнейшем. На сегодняшний день уже ежегодно здесь высаживаются. Здесь вы прекрасно знаете, что десятилетия назад, если посмотреть, то здесь вообще не было ни деревьев, ничего. На сегодняшний день силами Министерства природных ресурсов, администрации города Нальчика мы видим прекрасно, как здесь разрастается лес, становится излюбленным местом отдыха наших горожан, тем более это находится в пойме реки Нальчик, данная территория. Поэтому со временем это будет очень посещаемое место для отдыха горожан и гостей нашего региона. Ну да, и тут место такое, когда, где вообще-то нужно было место для того, чтобы для прогулок. А какой здесь площадь такая? Площадь я точно не могу сказать. Здесь большая площадь. Раньше проходили подобные акции? Да, конечно. Ну да, это здесь ежегодная всероссийская акция. Здесь ежегодно. Вот весь лес, если брать от солнечного города и в сторону улицы Едарова, это было все высажено силами, как я уже говорил, лесного хозяйства и муниципального образования. Ежегодно просто надо. Ежегодная, да, акция. Там сад памяти, эта акция не так давно зародилась. До этого проводились акции «Посади дерево», разные всероссийские, региональные акции. На сегодняшний день в Кабардино-Балкарской республике в этом году беспрецедентно мы должны высадить более 420 тысяч деревьев. Это для нашего региона вообще впервые. Такой объем посадочного материала выращен питомником подведомственным Министерством природных ресурсов и экологии. Весь посадочный материал у нас есть в наличии. Люди у нас, вы прекрасно видите, есть. Поэтому только в добрый путь. И то есть дополнительных средств для того, чтобы посадить, ну, в смысле, людей не надо, нет, да, нанимать нам и так далее? Нет, людей нанимать не надо. И у нас и в министерстве хватает силы, средств, но помимо этого, вы видите прекрасно, что мы только волонтерами можем это все посадить, и теми людьми, кому не безразлична судьба нашей республики.